Власти Аргентины решили купить у Пакистана истребители JF-17 взамен российских МиГ-35. Как отмечает агентство ДОН, с учетом проекта бюджета на 2022 год, Аргентина предпочла остановиться на этом варианте. Об этом сообщает Гилдхолл. Предположительно, причиной отказа от контракта на поставку 12 истребителей МиГ-35 стало то, что пакистанские боевые самолеты обойдутся дешевле. Добавим, пока что Российская Федерация не сумела заключить ни одного контракта на поставку МиГ-35. При этом в августе болгарское издание опубликовало статью о серии происшествий с российскими военными самолетами. В материале под заголовком «Мрачная реальность российских технологий. 6 крушений российских самолетов всего за месяц» говорится, что российская техника буквально разваливается в воздухе. Спасибо за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Ребята, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости от нашего канала. Всем мира и добра!